В Южно-Казахстанской государственной академии фармацевтики открылась кафедра истории и правовых дисциплин. Теперь будущие медработники будут всесторонне изучать эпоху установления нашего государства, развитие независимого Казахстана и современные достижения страны. 3000 студентов преподают высококвалифицированные педагоги. Ученые уже начали поднимать архивы, собирать материалы и проводить исследования, чтобы белых пятен в национальной истории стало меньше. Очень для нас важно, чтобы каждое подрастающее поколение, каждый студент, подрастающее поколение знали ту историю, которая сегодня творилась в Казахстане, что произошло за 20 лет в Казахстане, каких мы больших успехов мы достигли за эти 20 лет, и для того, чтобы их подготовить к дальнейшему продвижению развития нашей страны.